Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana bugun biz sizlar bilan birgalikda Aliboyev va Abdul Aziz jangini tomosha qilamiz. Barcha-barchalaringizga qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun kattakon rahmat. Like tugmasini bosishni va obuna bo'lishni unutmaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Репортаж из столицы Чеченской Республики, города Грозного. Третий титульный бой сейчас мы с вами увидим в рамках шоу «Беркут». Очень интересный бой должен быть. Тут встречаются два очень хороших бойца. Это Алибаков по прозвищу Хау и по прозвищу Лев. И вот Халк, Лев сейчас сойдутся в бою за титул, за пояс. Так, ждем выхода Абдул-Азиза Абдул-Вахабова. Клуб «Беркут», Грозный, хозяин ринга он. Алибаков очень титулованный боец, очень опытный боец, очень большой рекорд побед у него. Вот смотря предыдущий бой, я, наверное, думаю, что из уважения к клубу «Юсуп» команда «Беркут» дала победу все-таки Рахману Дудаеву. Мне так, так кажется, из благородных побуждений. Нет, тут такого не может быть. Это уже чисто решение нашей судейской бригады, нашего жюри, наших судей. Абдул-Вахабов, 9 поединков у него в карьере, бойца ММА, 8 побед, 1 поражение. Но оба достойных вы были свидетелями, да? Да. Старчиков, да. Алибаков представляет эту команду. Ну, 20 боев у Алибагова. Да, 20 включаем боев. Это серьезный такой рекорд. На 20 боев и где-то 6-7 поражений, насколько я помню сейчас, Абдул-Азиза. Опытный такой координированный боец, Багов, да. Видно, хорошо стоит на ногах так плотно. И Абдул-Азиза не чуждо ударный стиль. Вот кто из них сейчас на первых минутах первый нанесет удары. Вот. Вот сейчас Алибагов будет стараться его повалить, своего противника. Ну, сам предложил, да, сейчас войти в борьбу. Багов ушел от захвата. Хорошо. Точнее, Багов пытался войти в борьбу, а Абдул-Вахабов ушел от захвата. И вот сейчас мы продолжаем на ногах. Продолжает на ногах бойца работать. У Багова очень хороший греплинг.
На задней ноге Бадов сидит так. Да. Готовит. Всегда готов. Ногу для удара. Это предупреждение секундантов. Слишком близко подходят к секте. Вкладываться стал в удары сейчас Багов. Такое серьезное, видимо, оружие, да? Лоу-кики, удары ногой передней. Очень болючие удары, очень плохие удары. Хорошей координации Багов боец. Передвигается. Очень опытный, очень опытный, собранный боец. Собранный, вот именно правильное слово, собранный. Багов собранный, а Абдул-Вахабов представитель СОБРа. Да. Ну тут долго будет прощупывание обороны идти, рассматриваться, хотя первые попытки уже были. Слева, слева проходит сейчас, слева боковой. Такой не сильный, но чувствительный. Такое сейчас напряжение в воздухе висит. Очень, да? Большое. Багова хорошо знают. И у нас в республике, да и вообще в мире ММА очень хорошо знают, знают, на что он способен. И также и Абдул-Азиз Абдул-Вахабов не менее известен. Хорошие бойцы тут, я не знаю, что добавить, что сказать. Очень хорошие бойцы вышли в финал. Друг друга все знают, большинство знают друг друга. И как мы уже говорили с тобой ранее, каждый ждет какой-то ошибки. Вот. Но уже эту ошибку не дают исправить. Пользуется данной ошибкой и шанс не упускает. В голове сейчас подбирается Багов. Вот они буквально в нашей комментаторской кабине. Да, грамотно, грамотно, грамотно сработал сейчас Абдул-Вахабов. Самое главное, что он видит начало работы противника. Все время видит начало, вот, старт. Чем ближе к концу, тем вкуснее поединки. Да, это точно. Сейчас у нас еще будут интересные бойцы, интересные бои. Шесть поединков еще у нас. Следующим у нас четвертая пара. Да, четвертая пара — это у нас очень шикарные будут бойцы. Да и бой будет не слабый. Это Магомед Керимов, Дагестан, и Беслан Исаев, Беркут. Дерби. Как все, ну почти во всех боях данное дерби. Но этот бой зрители ждут с нестерпением. Вот есть бои, которые очень сложно комментировать. Да. С одной стороны, в одних поединках так много случается за эпизод, за момент времени, да, столько всего происходит, что трудно уследить. О некоторых поединках паузы большие, ты тоже не знаешь, как отнестись вот к этому фрагменту, эпизоду, да? Ну так получилось, что в турнире участвовало около 20 стран, это, как я уже говорил, и страны Прибалтики, и американские представители, да, много было представителей стран, представителей клубов, но в финал вышли, это Казахстан, Россия.
Ну а в России это Чеченская республика и Дагестан. Ну так получилось, что они друг друга знают, и товарищи, друзья, соперники. Им трудно сейчас в октагоне, но ММА есть ММА, от этого никуда не денется. Багов настроен на бой, просится в бой, спрашивает, в чем задержка. Оба настроены так на победу, на бой. Такая энергия, такой азарт у бойцов. Пока у нас титульных досрочных побед не было. Никто не попался. Рабочие, да. Обмен ударами. Сейчас первые в поединке в партере внизу находится, да? У нас Багов. Багов подняли. Даже полминуты не отработали, да? То есть возвращаемся к работе рефери, да, когда он видит, что ничего не происходит. Поднимает. Лучше остановить, да. Может остановить. Возьми в партере, паузы большие возникают. Левый передний сейчас попал. Был Вахабов. Ногой бы хорошо было добавить, вот, боковой. Не часто спортсмены успевают такую комбинацию провести. Потому что первый удар обескураживает соперника, а вот лоу-кик был бы кстати. Ну, на мой взгляд. Мы же анализируем. Я согласен, я могу тоже это подтвердить. Но опять же, вот смотри, как они друг друга вот контролируют и, как бы это правильно сказать, страхуют друг друга от атаки. И сами так выжидают. Нет, хорошая реакция атаку, обоих бойцов, да, они видят бойца. Начало атаки противника, и это затрудняет поединок. Опять левый передний попадает. Продолжения не хватает. Никто не хочет первым идти. Ну, класс бойцов, очевидно, одинаковый, равный, да? Да. Здесь мы можем это констатировать. Первый и второй, да. Тут тоже по очкам, скорее всего, будет. Со стороны Багова мы видим склонность работы ногами, вот именно из тайского бокса, из кикбоксинга. А вот во втором раунде, смотря был Вахабов, как раз как боксер действует. Мы видим, да, его попытки пробить серию именно руками. Ну, вообще такой интенсивный поединок, радующий глаз. У них обоих сегодня ударная техника, ударный настрой такой. В верхней стойке битва. Вот тут уже поддержка зала пошла. На руках лучше Абдул-Вахабов. Вот видно, да? На руках, да, я согласен. Уже 6-7 попаданий было четко. И уже наш штаб выбирал данных судей, предложенных судей, уже штаб лиги выбирал на этот турнир. По очень многим рекомендациям подбирались.
раздергивает сейчас противника Абдул-Вахабов. Вот видно, что готовит атаку ногой Багов. И вот тут хорошее оружие именно встречной рукой. Абдул-Азиз, он же ловил его несколько раз. Абдул-Азиз все это видит, он знает, он видит готовность, подготовку к удару. Такое ощущение, что они больше не хотят бороться. Ощущение, что больше борьбы не хотят. Да. Что-то решится здесь, вот на каждый ногах. Каждый ждет ошибки, вот, чтобы не упустить этот шанс, выжидает. Капа вылетела у кого-то из бойцов. Ох. Обмотка. Ошибся. Обмотка отлетела. Hurmatli obunachilar, shu orada eslatib o'tmoqchiman. Bu ularning birinchi jangi. Inshaalloh, ikkinchi va uchinchi janglarni keyingi videolarimizda qo'yib yuborishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Bu videoni tomosha qilganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Уже говорили, большое шоу тоже. И тоже чеченские бойцы будут во всех боях андеркарда, да? Да. Профессиональный бокс, да, мы знаем об этом. Показалось, Багов вот в самом начале боя найдет ключики, будет поджимать противника, а в итоге сейчас вырывает победу постепенно Абдул-Вахабов. Абдул-Азиз, лев, он нашел такой ключик Багову, противостоять ему и контролировать его. Очень хорошо, я бы сказал, что лучше всех сегодня, кто в октагоне был, Абдул-Вахабов работает руками. Да, Очень короткие удары. Да. Ох, как замечательно. Партеры работают эффектно. Это такой захват, что всякое может случиться. У Багова шанс появляется. Может быть, единственный в этом бою сейчас. Когда еще в партере удастся поработать. Сейчас сверху. Переключает сейчас ударами внимание и пытается сейчас на удушающий выйти. Ушел. Вот это мастерство Абдул-Азиза. Это мастерство Абдул-Азиза уйти из такого захвата. Да, очень интересный бой, очень интересный бой. Главное, спортсмены очень легко выполняют элементы, не напрягаются излишне, да, такая легкость, такая изящность, да, есть? Да, суматохи нет как таковой. Бокс, этот удар пришел с разворотом корпуса вокруг оси. И попал ведь точно. Он часто применяется, и в ММА тоже данный удар, данный прием. Но вот опять же, сейчас стихия Багова, нижняя борьба, вот что он сможет сделать, увидим, посмотрим. Как змея. Вот опять уходит Абдул-Азиз. Это вот, и смотри, очень шикарный бой, мне он нравится. Мастерство бойцов. Вот последние минуты. Неудачно сейчас развернула Абдул-Вахабова, но
сумел он уберечься от удара коленом. Прошел удар. Да, кульминатор. Жюри Максим Коротков. Так, тоже я не ожидал, честно скажу, Алексей, я не ожидал, что здесь будет нокаут. Я не ожидал. У меня просто браво, Абдул-Азиз, браво. Сейчас попробуем, если удастся, пригласить его на фигдарскую позицию. Действительно, один из лучших боев вечера. Итак, дамы и господа, время остановки боя. Музыку уберите, пожалуйста. Время остановки боя 3 минуты и 46 секунд заключительного третьего раунда. Победу нокаутом одержал и стал обладателем гран-при Беркут в легком весе